Всем привет! Сегодня будет обзор ножа модели Stockman. И не простого, а горбатого. Я сказал горбатого! Этот Stockman горбатым называется, так как имеет характерный горб на ручке. Вообще, Stockman'ов и Whittler'ов очень большое разнообразие. Этот Stockman создан на базе модели Whittler. Отличие в том, что он имеет мастер-клинок формы Spey, то есть копьевидный. Вот так одна модель превращается в другую. Этот с ручкой из зеленой кости, шильдик в виде бомбы. На клинке надпись, то что это ограниченный тираж, но не обольщайтесь, 3000 это совсем немало. Кстати, часто такая шелкография бывает на ножах в сетах, определить их можно по серийному номеру. Тут три клинка, которые называются, если переводить на русский, большой клинок, копье и два поменьше, овечья нога и малое копье. Длина ножа в сложном состоянии 90 мм, длина мастер-клинка 64 мм. Клинки из 420-й легированной высокоуглеродистой стали. Такой вот необычный горбатенький ножик. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, жмите колокольчик, комментируйте. До новых волнующих встреч!